После настройки приложения H7 нам необходимо подключить биржу. Для этого необходимо нажать слева сверху кнопка «Биржа». У меня подключена биржа Bybit, и я работаю с данной биржей. Если у вас аккаунт на бирже Binance, Huobi, и в дальнейшем будут добавляться другие биржи, выбирайте там, где вы хотели бы подключить свой API-ключ. Для визуального примера я покажу на примере Binance. Как мы видим, здесь IP-адреса. Они необходимы для того, чтобы вставить в API-ключ при создании его на бирже. Для генерации API-ключа на бирже вам необходимо выполнить три обязательных условия. Я буду показывать на примере биржи Bybit. Но если вы используете какую-то иную биржу, все эти условия обязательно подходят. Первое. Регистрация на бирже. Регистрация на любой бирже достаточно простая. Логин, пароль, подтверждение через почту и вход в сам аккаунт. Второе. Настройка аккаунта. Для этого необходимо перейти в настройки и первым делом сделать настройки безопасности. Установить хороший пароль, также указать мобильный телефон и обязательно подключить Google аутентификатор. По настройке необходимо вторым этапом это сделать верификацию KYC. Для этого необходимо загрузить первичные данные, паспортные, либо водительское удостоверение, либо какие просит биржа, и пройти верификацию. После регистрации, верификации и настройки безопасности аккаунта можно переходить к созданию API-ключа. Для этого необходимо в верхней строке поиска набрать API и перейти в настройки API. Далее нам предлагают создать новый ключ. Нажимаем Create New Key. Выбираем System Generated API Keys. Нам необходимо выбрать API Transaction и указать имя API ключа. После чего выбрать функцию Read-Write. Запись чтения. Далее нам необходимо переключить ползунок на выбранные IP-шники и их взять уже из приложения H7. Эти IP-шники мы берем при нажатии на кнопку «Биржа». Скопируем и вставляем на биржу. Далее выбираем меню «Unified Trading», после чего 4 галочки проставятся автоматически. Последним этапом нажимаем кнопку «Submit». Далее нам необходимо выслать верификационный код на свою почту, указанную при регистрации, и подтвердить это действие Google аутентификатором. API-ключ успешно создан. Теперь необходимо данные API-key и API-secret записать в приложении H7. Так как у меня прописаны ключи, я нажимаю просто кнопку «Готово». Биржа Bybit успешно подключена. Последним этапом нам необходимо прописать на бирже whitelist валютных пар, с которыми будет работать API-ключ. Для этого необходимо напротив вашего созданного API-ключа с правой стороны указать настройку Enable Symbol Whitelist. После чего, воспользовавшись строкой поиска, выбрать те валютные пары, которым вы разрешаете работать с этим API-ключом. Так как я консерватор и использую только биткоин и эфир, я выбрал эти две валюты. После чего нажать кнопку Confirm.